Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы продолжаем играть в Slime Rancher. У нас вышло какое-то очень-очень крутое обновление, и я вот вижу, что здесь у нас появилась, посмотрите, новая локация. Наука о слизи, как-то так это называется. Я сейчас как раз нажму сюда, вот, чтобы нам поспать до утра. Давайте поспим до утра. Так, возврат на ферму. Смотрите, у нас русская локализация, и это очень-очень приятно. Так, хищный плорт у меня есть, давайте мы его продадим. Что-то у нас здесь еще с магазином появилось, ребята, очень много всего интересного. Так, я могу же его продать, да? А, сюда же надо кидать, да? Все, понял. Я уж прям подзабыл много что, ребят. Пишите в комментариях по поводу того, что здесь появилось интересного. Я обязательно, ребят, все почитаю. И мы сегодня будем смотреть, изучать, что у нас в новой локации. Так, я здесь как раз посажу клубничку. Вот так вот, раз, деревце сделали. Ребят, кто не в курсе, что за игра Slime Rancher? У нас просто давно не было серии по этой замечательной игрушке. Вы можете перейти по ссылочке в описании или посмотреть у меня в плейлистах, где полное прохождение фермы. Здесь очень интересно, мы выращиваем ферму. У нас здесь три локации очень огромные, только где у нас происходит развитие нашей фермы. Но это еще не все, это просто лишь часть какая-то. Но открылась новая, а также еще много здесь всего. По-моему, у нас открылся новый гордо в рифе на карьере где-то, или где он там, в сухом рифе и мшистом покрове. Появились новые зоны для исследований, новая зона в мшистом покрове. Ребят, короче, всего много интересного. Так, нажмите для активации. Лаборатория позволяет начать тебе карьеру нелицензированного слаймолога любителя. Так, узнать больше. 10 тысяч стоит, но у нас 19 тысяч. Мы накопили за это время довольно много денежек. Так что давайте приобретем. И мы покупаем это все дело. Ты добрался до лаборатории специального участка фермы, который позволит тебе создавать устройство, используя последние достижения слайма науки. Двигай в сарай и принимайся за работу. Так, что же нам нужно делать-то? А, у нас там новая, ребята, локация. Погнали, хорошо. Так, у нас что-то и внизу. Здесь столько, ребят, секретов. Если вам нравится, ребят, Slime Rancher, обязательно ставь, друзья, лайк. Будет, если много лайков по этой серии, я обязательно продолжу исследование новой замечательной локации про слайма науку. Посмотрите, здесь вообще прям новое. Какие-то... Время засучить рукава. В сарае есть все оборудование, которое тебе будет нужно, чтобы начать создавать устройство. Используя слабую науку, устройство включает в себя полезные приспособления для исследования, оборонительные башенки, декор и многое другое. Перерабатывающий завод для выпуска приборов на твоем перерабатывающем заводе. Тебе потребуется ресурс. Попробуй забросить плортов в перегонный завод. Но помни, ресурсы, помещенные в перерабатывающий завод, уже невозможно оттуда достать. Так, и что же делать-то мне? Я-то вообще ничего не понимаю. В общем, сюда можно плорт какой-то закинуть, да? Ну, пока мы ничего не брали. Так, розовый плорт. Я могу забросить. У нас тут, смотрите, сколько еще неизведанного-то всего. Обалдеть. Мяуровый плорт, это как раз с котов у нас падает. Бабах плорт, водный хищный плорт, разные плортики. Плорты у нас падают с слаймов, которых мы кормим, и они у нас откладывают плорты. Кто не в курсе, как бы, ну, можно посмотреть предыдущие серии, и там будет все понятно. Так, насос для начинающих позволяет тебе откачивать подземные ресурсы, служит один цикл. Пасека для начинающих позволяет тебе собирать пчелиные ресурсы, служит один цикл. Ух ты, пчелиные ресурсы какие-то. Розовый телепорт, набор из двух телепортов, который позволяет создать твой собственный канал для перемещений. Набор из звука и приспособлений, который позволяет дистанционно перебрасывать ресурсы между двумя точками. Медпункт быстро высасывает твою энергию, чтобы восстановить твое здоровье. Ставит на ноги в секунду. Интересно.
Водопушка. Бронительная пушка, которая автоматически выслеживает вора и расстреливает его водой. Ух ты! Слаймобол. Новый раунд слаймобола начинается, как только первый слайм забрасывает в кольцо. Сколько забьешь? Нифига себе, 7500. Все это так дорого? Так, 3500. Позволяет тебе отвестить... господи, что читаю? Оповестить других слаймов о том, что кто является безусловным слайм-чемпионом. Бур для начинающих. Там еще дальше какие-то апгрейды. Водопушка мне понравилась, 650. Давайте попробуем ее приобрести. Так, как бы мне... И что она, где? Я ее купил, водопушка. Подождите. Так. Приобрел водопушку. Короче, нам нужно, наверное, сюда плорт закинуть. Может, я теперь могу ее где-то ставить, водопушку, рядышком. Пруд. Так, это у нас новая локация, на которой мы можем построить вообще еще одну новую ферму. Это же вообще, ребята, круто. Просто потрясающе. Просто потрясающе. И вот сюда можно... А кстати, могу наверх запрыгнуть, нет? Как здесь все круто-то, а? Так, я прям как в начале игры, ребят, начинаю разбираться. Погнали, наверное, за плортиком. Давайте сбегаем за плортом. Можно выше запрыгнуть. Залететь, а? У нас мощности, наверное, не хватит. Хотя можно со скалы, наверное, запрыгнуть. И там еще что-то есть. Давайте туда пробежимся. Там какая-то пещера. Может, там горды какой-нибудь найдем, а? Так. Давай. Пока 10 утра, все хорошо. Ух ты! Погоди-ка. Погоди-ка, что-то я не понял. Что такое? Фосфорный хищник. Это же я его сделал, по-моему, а? Это же я тебя сотворил. Погоди. Откуда он здесь? Откуда ты здесь? Я ж, по-моему, это же моя локация, ребят. Это же моя локация и... Обалдеть, обалдеть. Так, я ж прям подзабыл, что у нас здесь было. А, вот, кстати, клубнички я сюда накидаю. Будем кормить. Эти у нас товарищи любят клубничку. Ну, окей, давай. Накидываем вам побольше. А здесь плорты мы соберем. С вас соберем плотов. У вас тут, по-моему, 48 штук было, да? Давайте посмотрим. Я бы еще, наверное, бы розового бы взял плортика. Ну, окей, окей, хорошо, давайте мы сделаем так. Я же свернусь обратно. У нас есть фосфорные плорты, которые мы, соответственно, можем... Так, там ничего, прохода никакого нету. Которые мы можем сейчас попробовать поэкспериментировать. Я закину их в наш перерабатывающий завод. Потребуется ресурс забросить плорта в перегонный завод. Но помните, ресурс, помещенный в перерабатывающий завод, уже невозможно достать. Давай один закинем. Закинул. Дальше что? Так, фосфорный. Нам остается ждать, наверное, да? Здесь что-то произойдет. Так, бур для начинающих. Создать. Позволяет тебе извлекать ископаемые, служит один цикл. Ага. Водопушка. Создать оборонительную пушку. А, это вот нужно. Вот нам вот... Это все нужно собрать, видимо, да? Технологии, декор, любопытное. Вообще прикольно. Так, осталось только разобраться. Ребят, пишите мне в комментариях, чтобы мне поскорее разобраться с этим всем, потому что все довольно как бы трудно. Ну, вроде как, я так понимаю, здесь нужно 10 розовых плортиков, синих 6 и 3 радиационных. Да без проблем, сейчас мы найдем. Так, сейчас мы найдем. А вот тот самый плортик, который мы закинули, дальше-то что? Здесь нужно подойти. Так. И что дальше? Строительный магазин. В строительном магазине ты можешь приобрести эскизы. Эскизы требуются для выпуска любого приспособления, не забывая заглядывать в строительный магазин с новыми эскизами. Окей, я почитал. Дальше что? Дальше что мне покажут? Здесь мне все сейчас расскажут. Фабрикатор. Когда ты обзаведешься чертежом, ты сможешь создавать приспособление, используя ресурсы перерабатывающего завода. Попробуй. Так.
Давать какой-нибудь бур для начинающих позволяет тебе извлекать ископаемые. Создаем достаточно ресурсов. А, нужно теперь... Ага, понял. Создать ресурсы. Так, что еще мне расскажут? Режим приспособления. Для размещения приспособления тебе нужно активировать режим приспособления. Т-активация. Ух ты. Место для застройки. В режиме приспособления ты не можешь запылесосить, найти залежи, как только ты найдешь место залежи и получить к нему доступ через меню размещения приспособления. Затем просто выбери то приспособление, которое хочешь поместить. Так, для активации. А у меня пока ничего нету, у нас же мы пока не произвели. Ух ты, интересно, можно добывать, ребят, ресурсы. А, курс обучения науки пройден, теперь ты знаешь основы слайма науки. Чтобы узнать больше, загляни в раздел слайма науки в твоей слаймопедии, там полная полезная информация. Так, слаймопедия. А здесь у нас, кстати, все есть, надо прям почитать, здесь все изучить. Так, техника оборудования. Окей, то есть я должен сейчас, наверное, создать вот этот бур, но для этого нам нужно будет закинуть... Блин, наверное, зря я сюда закинул вот этот плорт фосфорный. Хотя здесь, наверное, можно всего накидать, я так понимаю. Давайте отправимся, ребят, за розовым плортом, да? Нам нужно, значит, сейчас мы посмотрим. Розовый, я запишу сейчас даже. Так, розовый, потом нужно синий и зеленый, радиоактивный. Все, у нас все должно быть. Сейчас мы отправимся на создание бура для начинающих. Позволяет тебе извлекать ископаемые. Это же вообще обалденно. Так, меняем мы теперь наши функции. Ну что ж, погнали. Радиационные у меня где-то здесь есть. Радиационные. Где вы? Вот они. Они должны быть где-то вот здесь. Это очень опасные слаймы. Они могут радиацией убить. Так, что-то у вас сколько? 14. Прекрасно, забираем. Так, теперь нам нужно синие. Синие, бежим. А наша ферма по-прежнему работает отлично, великолепно. Бежим сюда, и у нас должно быть сейчас много всяких различных плортов. Ого-го, 88. Вы представляете, какое здесь сумасшедшее количество. Они аж даже сыпятся. Не успевает. Ах ты. Один даже лишний. Так, синий и розовый. А вот розовых я не развожу, но мы можем найти их где-то на просторах. На просторах, так сказать, нашей вселенной. Так, где-то вот они. Вот они, розовые самые, кстати. Дешевые, популярные. Я что-то не помню, сколько их там надо. Соберу сейчас тут побольше. Если что, мы лишнее скинем куда-нибудь. Так, ох ты, сколько тут у вас, а? Всего. Так, вот еще, вот еще. Так, 17 штук, я думаю, должно хватить. Посмотрите, они прям так забавно кушают. И еще у них там куча всяких различных кристальчиков. Так, теперь мы отправляемся на нашу, значит, новую базу. Нашу великолепную базу. Бежим. Вообще круто, интересно, здесь задумочка такая. Так, курятник, загон. Здесь можно прям еще столько, слушай, подожди, нет. Это у нас просто энциклопедия открылась, походу. Там еще вот внизу что-то есть. Надо потом еще там все облазить и наверху еще полазить, потому что здесь много различных секретов. Так, я прибежал. Куда же мне нужно отправиться? Мне нужно... Так, сколько у нас там? 10, 6, 3. 10, 6, 3. Давай сейчас сюда закинем 10 плортов, как бы мне... А, нужно, наверное, вот так вот. Так. Закинули 15 даже, подожди. А, ну, что-то много, ладно. Окей, синих. Да можно туда прям побольше накидать. Так, на завод. Так, окей. Дальше. Зеленых. Радиоактивные. Все закинул. Так. Ну что, должно хватить. Отлично. Бур для начинающих создать.
Готово. Теперь нажимаем Т. Е сюда. А это приспособление установлено навсегда, пока его не снесут. Будет установлено. Ну давай. Че это за хрень такая? Ух ты! Шикарная штука. Смотри, что она... 21 минуту будет добывать, а потом она что-то добудет, но я без понятия, что. Какие ресурсы. Круто. Это просто круто. Так, а еще что мы можем сделать тогда? Техническая водопушка. А, мы, наверное, можем здесь это вот дело купить, а потом... пасека для начинающих 500. Насос для начинающих. Давайте все будем покупать. У нас денег пока хватает. Если что, мы продадим плорты. Так, пасека для начинающих. Тоже покупаем. Позволяет тебе собирать пчелиные ресурсы. Розовый телепорт. Так, что еще? Можно купить слайм. Уровень позволяет тебе оповестить других слаймов о том, что, кто является безусловным слайм-чемпионом. Тут чемпионат можно будет проводить. Так, ну пока остальное я делать не буду. Посмотрим, что у нас здесь появилось. Во, нормально. Насос для начинающих. Что нам для этого надо? Так. Окей. Мяуровый плорт. Это для котов, да? Который с котов падает. Бабах, плорт. У нас-то все есть, ребята. Все есть. Сейчас на... О, фосфорный хоть наконец-то нам пригодится. Так, медовые... Отлично, я, наверное, сюда в завод закидываю прямо все, что у меня есть. Давайте прям забросим. Так, и вот фосфорные тоже прям закидаем их сюда. Что, там не переполнится наш завод, а? Так, осталось мне бабах найти. Красный, так, какой еще? А, вот у нас красный. Так, ну все, остальное давайте, ребят, заберем. Кошачьи. Тоже, смотрите, оно прям работает. Офигеть. Что она будет добывать? Вот это вот интересно, ребята. Прям интересно. А, наконец-то вышло обновление в Slime Rancher. Я просто, ребята, не ожидал, что это будет. И довольно интересно и прикольно, кстати. Интересно. Так, давай я всех плортиков соберу здесь. Их же тоже нужно покормить сейчас. Так, набрали. Один у нас улетел, теперь красных надо. Бабах, который у нас взрывается. Ребятки, взрывоопасное. Так, это подберем. Здесь уже, смотрите, 37 накопилось. Бизнес просто прет. Так, ну вот кошаки у нас. Котятки. Смотрите, какие они классные. Надо их кормить. Так, мы с вами займемся обязательно. Обязательно. Сейчас только мы что-нибудь еще поставим. Нужно будет и... их кормить. Каждый слайм кушает, соответственно, разную пищу. Кто-то любит мясо, кто-то любит фрукты, кто-то любит овощи. Ну и так далее, так далее. То есть каждому надо угодить, каждый вид требует себе особого внимания. Например, фосфорные слаймы, они хотят, чтобы это, они жили в темноте, например. Вот. Для них мы специально в пещерах их разводим. Так, ну вот прекрасно. Смотри-ка, мы наворотили-то как, а? Так, что-то у нас... Так, 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 розовых не хватает совсем, немножко не хватает розовых, а здесь тоже розовые нужны. Окей, давайте, наверное, соберем розовых, без проблем. А тем временем смеркается потихонечку, темнеет, темнеет. Так, мы можем, кстати, потом водяную пушку поставить на нашу ферму, чтобы... Ух ты, там кто-то у нас... Кто-то вылетел. Ну-ка, иди-ка сюда. Спокуха. Че вы, как вы выскакиваете-то, а? Так, розовые где? А розовые-то у нас товарищи. А розовые-то они вот здесь. Вот они. Так. Немножко тут возьмем. Я, в принципе, ребята, их не развожу, потому что смысл их разводить. Они и так, можно насобирать кристальчики. Вот, посмотрите здесь сколько их. Самые популярные, как говорится, розовые. Их очень много. Их очень много, и кристаллы можно просто найти на улице. Так, сколько я? 14 собрал? Я думаю, достаточно. Вон там, кстати, фосфорные появляются. Так,
По-моему, здесь какие-то новые локации, ребят, появились. Мы прям отдельную серию сделаем под новые локации. Слушай, я вот что-то вот это вот не помню. Было здесь такое, нет? Серьезно. Не помню. Здесь еще два новых ларга, говорят, есть. То есть, как бы, босса. И новые локации, ребята, Slime Rancher просто, ребята, тащит. Просто тащит. Это круто. Я прямо долго ждал, когда будет обновление. Ну, когда же будет обновление? И вот оно вышло. Наконец-то. Так, здорово. Интересно будет здесь разбираться. Так, кто-то еще кристаллички мне даст? Я слышал, кто-то у нас кристаллик вроде как, нет? Ну ладно, пока хватит. 15 штук, я думаю. Пока хватит, друзья. Пока хватит. Мы поставим здесь водяную пушку, чтобы она у нас охраняла нашу территорию. Так, где что-то пробежал мимо. Честно говоря, не думал о таком обновлении, и для меня это полный сюрприз, потому что я зашел, видел в Стиме, что обновление произошло, и это меня дико обрадовало. Так, а здесь, давай розовые сейчас сюда мы закидываем. Закидываем розовые. И мы сейчас что-нибудь можем создать, да? Насос для начинающих. Так, бур для начинающих у нас... Вроде есть. Так, и здесь, кстати, тоже можем создать. Окей. Так, тут как-то можно выбирать. Ага, насос для начинающих. Позволяет тебе откачивать подземные ресурсы. И здесь у нас, получается, пасека для начинающих. Позволяет тебе собирать пчелиные ресурсы. Для чего нам пчелиные ресурсы? Вообще не знаю. Ты что, пчелы будешь, что ли? Это вообще круто. Это просто вообще. Смотри. Сразу тут какие-то пчелы появились. А это что у нас делает? Приблуда. Ну, мы только узнаем через 20 минут, там, через 16 минут, что вообще произойдет. А тем временем уже, ребята, темнеет. И наша новая ферма начинает развиваться в новых, так сказать, ракурсах и новых красках. Новые фишки. Здесь очень много всего, походу, интересного. Ну, два новых босса, по-моему. Я вот смотрю сейчас в описании, что два новых босса, насколько мне известно, в сухом рифе и мшистом покрове появились новые зоны для исследований. Скорее всего, там тоже новый Ларгас должен быть. Будем надеяться, ребят, что это так. Не знаю, там два новых босса нет, но две новые локации расширились. Соответственно, у нас появилась еще новая ферма, на которой мы можем производить некоторые ресурсы. Наука слайма. Как-то так. Ребят, если вам нравится Slime Rancher, вы хотите продолжение, чтобы наша ферма развивалась и дальше, увидеть, что произойдет в дальнейшем, обязательно ставьте, друзья, лайк. Пишите в комментариях полезные советы, я обязательно почитаю. Делитесь информацией со мной, и мне будет очень-очень приятно, ребят, почитать ваши полезные комментарии по поводу Slime Rancher. Ну а с вами был Родригес, всем желаю хорошего настроения, успехов, удачи и до новых встреч, друзья. Всем счастливо и пока-пока.